11 ноября по магазинам и торговым центрам станицы Северской прошел рейд по соблюдению масочного режима. Сотрудники управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы района, полиции и Роспотребнадзора проверили наличие у продавцов и покупателей средств индивидуальной защиты. В ходе проверки были выявлены нарушения. Недобросовестным гражданам и предпринимателям выдали постановление и выписали штрафы. Такие рейды в Северском районе проходят на регулярной основе. По информации Управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы, с 5 ноября на нарушителей составлено 16 протоколов. В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 18 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Ежедневно количество заболевших COVID-19 в регионе только растет. При посещении торговых центров, магазинов, парков и общественного транспорта необходимо надевать маску, как можно чаще мыть руки и пользоваться антисептиками.